Что ты видишь? Я что-то должен был увидеть. А откуда у нас мама новая собака? Мамочки! Миша по непонятной причине как будто испугалась. Да ты повторяйся за мной! Ну, теперь она целуется со своим. И, кстати, ребята, у меня снова есть для вас загадка. Хай, ты на канале Magic Family. Меня зовут Аня, и со мной моей собачки. А еще у меня тут очень много других питомцев. И как вы помните, ребята, из прошлого ролика и роликов на моем лайв-канале, у нас тут, кажется, завелся призрак. И собаки даже увидели его. Я попробовала снова установить скрытые камеры, но ничего это не дало. Собаки вели себя как обычно, и ничего не происходило. Но зато вчера Миша снова странно себя вела. Она стояла и лаяла просто так, только в этот раз на свое отражение в зеркале. Поэтому я решила, что сегодня проведу очень необычный эксперимент. Так что не забывайте подписываться на наш канал, жмите красную кнопочку внизу и нажимайте колокольчик, чтобы самыми первыми смотреть наши ролики. И давайте начинать! Что увидела наша Миша в зеркале? Себя или другую собаку, или что-то еще? Что видят собаки и кошки, когда смотрятся в зеркало? И могут ли они узнать себя в отражении? Мы видим себя в отражении зеркала, стекла или витрины и понимаем, что это мы. Если мы видим кого-то другого, то мы понимаем, что это явно не мы. Понимают ли это наши собаки, кошки и другие зверики? Этот интересный тест придумали еще в 70-х годах и используют до сих пор, чтобы проверить, есть ли самосознание у разных животных. Например, слоны, шимпанзе и дельфины прошли этот тест, они узнали именно себя. А вот у большого количества других умных существ зеркало вызвало просто непонимание, либо вообще не вызвало никакого интереса. Как, например, у хомячков, которые сейчас, скорее всего, не видят свое отражение, а если видят, то не понимают, что это конкретно... Ой... Именно они. Я нанесу на мордочки собак безвредный краситель без запаха, а затем дам посмотреться в зеркало. Если животное пытается избавиться от краски, то оно понимает, что в зеркале оно, а не кто-то другой. Ну, как если бы я или вы увидели в зеркале пятнышко на своей кофте и стали бы убирать его. Если же реакция другая, то собака или кошка не понимает, что в отражении именно сама она. Я принесла, ребята, вот такое вот большое старинное зеркало. Сейчас я пока его не поворачиваю. А вообще, наш щеночек Юми еще никогда в своей жизни не встречала зеркало, поэтому мы увидим ее первую, самую первую реакцию на свое отражение. Мы покрасим немножко Эйвона и сейчас дадим ему посмотреться в зеркало. Ну что, Ивась, что ты видишь? Я что-то должен был увидеть, а? Не понял. Эйвон, похоже, никак не реагирует на зеркало и на свою новую прическу, и вообще даже не смотрится туда. Эйвон не просто не узнал себя, он как будто даже не увидел вообще зеркало, как будто его просто там нет. Сейчас мы посмотрим на реакцию Софи. А до этого приветик с нашего канала случайным репостнувшим наше видео из группы ВКонтакте или со страницы мамы в ВК. Вот они эти ребята. Привет вам, зайки. Привет. Кто в этом зеркале? А откуда у нас мама новая собака? Или я что-то не понимаю? Или это что, я? Кто же в этом зеркале? Это я, что ли? А что у меня с головой? Кто это? Ну, я, наверное. У меня что-то там на голове. Или это не я? Софи как будто более заинтересована, но она не видит, мне кажется, изменений на своей голове. Я попробовала покрасить ей грудь. Может быть, она не видит в зеркале именно свою голову? Судя по поведению Софи, она не видит там другую собаку, с которой можно поиграть, или собаку, от которой нужно защищать дом. Но она явно что-то видит. Так как Мишенька у нас темная собачка, я нанесла ей белую смесь, безвредную, тоже без запаха. Начнет ли она гавкать во второй раз, когда увидит свое отражение? Миша как будто сначала заинтересовалась, а потом испугалась своего отражения. Но видит ли она на себе какие-то изменения? Вряд ли. Скорее всего, она думает, что это какая-то другая собака. Миша по непонятной причине как будто испугалась своего отражения и ушла от него. Испугалась она его, потому что она в принципе боязливая собачка. Или все-таки Миша увидела там что-то, чего не видим мы. Сейчас мы с вами увидим первую в жизни реакцию щенка на свое отражение. Какая она будет, интересно? Смотри, Юмичу. Ой, что это? Кто это? Ты кто вообще такой? Ты что за животное? Ты что, собака? Ты что, щенок? Как я, что ли? Юми решила понюхать своего нового друга. Мне кажется, она не понимает, что это она и что у нее на голове какое-то белое пятно. А ну не молчи! Давай-давай! Кто ты такой и зачем сюда пришел, а? Чего ты повторяешься за мной? Кто это там такой? Кто-то, кто, по-моему, очень похож на меня. Но если я покемон, то это точно не я. Но почему он повторяется за мной? Сказать, что она понимает, что это именно она, наверное, нет. Ребята, если вы хотите еще интересных экспериментов, в том числе с моим щеночком Юми, ставьте лайк этому видео. Я тебе говорю, слышишь, ты, эй, иди отсюда и перестань повторяться за мной, понял? Понял? Ну ладно, давай знакомиться, привет. Ты тоже покемон? Дай пять. В отличие
отличие от всех других собак, Юми явно реагирует на свое отражение. Кто же это там такой, да, Юми? Ну, теперь она целуется со своим отражением. Может быть, она думает, что это какой-то другой щенок. Или ты все-таки пытаешься как-то убрать со своей головы, стереть эту краску? И, кстати, ребята, у меня снова есть для вас загадка. У нас тут коробочка. Как вы думаете, что внутри? Скорее пишите свои идеи внизу в комментарии, и самые интересные попадут в видео. Про призрака Машу, ребята, на своем лайв-канале я узнала кучу невероятных фактов. Ссылочку на видео я оставлю внизу, и скоро я отправлюсь в заброшенную церковь. Так что увидимся. Пока!